Good tidings we bring for you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. В этом году это последний мукбанг, последнее видео, которое я выкладываю. Я поняла, что не могу вас оставить без новогоднего мукбанга, поэтому сегодня у нас бутерброды с красной икрой и вот такие вот волшебные тарталетки. Там творожный сыр, зелень, слабосоленая семга и свежий огурчик. На розочку похоже, правда? Остается только налить шампанское. Упс. Магия пузырьков. Так, ну что, лисята мои, я хочу всех вас поздравить от всей своей души с наступающим Новым годом, с Рождеством, пожелать вам, чтобы уходящий год, каким бы он ни был для вас, плохим или хорошим, в любом случае я уверена, что у каждого из нас за этот год происходило что-то хорошее, что-то не очень хорошее, как это всегда в жизни бывает. Так вот, пускай уходящий год перелистнет эту страницу в вашей жизни, и новый 2019 год откроется вам со всеми своими нереальными возможностями. Пусть каждый день приносит вам повод улыбаться. Совершайте маленькие и большие победы, смейтесь, влюбляйтесь, хохочите от души и наслаждайтесь этой жизнью на полную катушку. Пускай она искрится и переливается, как бокал хорошего холодного шампанского. А я вас всех очень-очень люблю, вы же знаете. Цинь-цинь! Пробуем. Очень люблю шампанское, ребята. В последнее время предпочитаю почему-то полусухое. Раньше я прямо дикой любовью любила именно брют. Причем чем кислее, тем лучше. А сейчас как-то вот потянула немножко на такую... с легкой сладинкой. Вы знаете, как я люблю красную икру, так я, наверное, больше не люблю никакую другую еду. Это для меня просто... Кринечки лопаются. А если запить это глоточком холодного шампанского? То можно познать дзен. Сейчас. Как всегда, голодная. Очень долго мучилась сегодня с ракурсом, чтобы все попадало в кадр. И елка, и я, и тарелка, и кот немножко там в углу. Я не знаю, видно вам его или нет. Там спит. Я о своих планах на новогодние праздники говорила вам на стриме. Вот, но кто не в курсе, мы с мужем улетаем в Прагу на Новый год в Чехию. И когда вы сейчас смотрите это видео, а я снимаю его заранее, мы уже там. Мы летим 30-го. Вот. Чтобы встретить там Новый год. И 3-го числа возвращаемся обратно. Я не была еще в Праге. Я в большом предвкушении, просто в громаднейшем, в нереальном.
Напишите мне обязательно в комментариях, с кем и где вы встречаете этот Новый год. Мне будет очень интересно. Напишите еще, кто родился в год хрюшки. Это будет ваш год. Пусть эта хрюшка принесет нам только хорошее и ни в коем случае не подложит свинью. Это волшебно, ребята. Специально выбирала приморскую красную икру с Приморья. Дальневосточную, короче. Ну, такая она хорошая, крупненькая. И, конечно, не сравнить с той, которую я ела на Дальнем Востоке. Я об этом буду всю жизнь, наверное, вспоминать. Но тоже ничего. То, знаете, бывает, возьмешь икру, она прям такая маленькая-маленькая. Микроскопические икринки. Прям настоящий праздник. Так, давайте попробуем корзиночку вот эту. Совершенно спонтанно придумала это блюдо, если можно так назвать. Ну, понятно, что я не первый изобретатель чего-то подобного. Просто 24 декабря у моего папы был день рождения, и я купила нам бутылочку шампанского с мужем. Сделала вот такие вот красивые тарталетки, и мы созванивались с моими родителями по видеосвязи и, типа, в прямом эфире поздравляли папу. Это, получается, очень вкусная такая нежная закуска. Под шампанское вообще идеально. Любой сливочный сыр, сверху лосось и ломтик огурчика. Выглядит красиво и есть вкусно. Подводя итоги уходящего года, я прям как президент говорю. Ну, вообще, я люблю, вы знаете, ребят, вот эти последние дни старого года, уходящего, вспомнить все, что было хорошего в году. Все свои какие-то самые главные достижения, победы. В этом году я считаю самой своей главной, не то что победой, но достижением так точным, это мой канал, потому что на прошлый Новый год, когда я снимала похожее видео, канал только-только начинал развиваться. У меня не было даже еще сотни подписчиков к тому Новому году. Сегодня их уже 47 тысяч. И я считаю, что это наша общая победа с вами. Спасибо, что вы меня смотрите. Пишите мне комментарии, пускай они всегда приятные. Я все это очень ценю, ребята, стараюсь как-то для вас постоянно улучшать качество своих видео, придумывать какие-то новые идеи, вводить какие-то наши маленькие традиции, как чаепитие, мукбанги. Обожаю общаться с вами на стриме, отвечать на ваши комментарии. Для меня всегда это такая радость. Хотела еще попросить, кто был в Праге, напишите, что вам там больше всего запомнилось, и вот что вы считаете, прям must have, нужно там посмотреть. Потому что я
все последние дни просто не вылезаю из интернета. Сейчас. Полные щеки, как всегда. Не вылезаю из интернета, смотрю, куда бы нам там пойти, чтобы смотреть. У нас нет какого-то там, знаете, плана за эти дни прям полностью оценить всю Прагу, бегать по музеям и всякое такое. Ну, понятно, там возьмем парочку каких-нибудь экскурсий. Но вообще мы больше хотим просто отдохнуть, встретить Новый год в такой необычной атмосфере. Я никогда так не встречала Новый год в другой стране, в другом городе, вдвоем. Это должно быть очень круто. Единственное, что мне омрачает предвкушение от этой поездки, это то, что мы полетим туда разными рейсами. Казалось, что на сам Новый год есть просто масса желающих полететь в Прагу. Честно говоря, я даже не думала, что это такое популярное направление. Короче говоря, мы где-то в начале ноября покупали эти путевки через турагентство, делали визы и все остальное. И уже на тот момент не было билетов на 30-е. Короче, получается, в итоге у меня вылет в 2:30 по московскому времени. У мужа вылет в 6. Хорошо, хоть из одного аэропорта. Очень вкусно эта штука получается. Мне кажется, готова вечно есть красную икру, серьезно. Когда была маленькая, мама мне готовила, ну, иногда, если у нас вдруг случайно в доме появлялась красная икра, она делала картофельное пюре и сверху раскладывала на него икринки. И это было так вкусно, ребята. Надо попробовать так поностальгировать. Так что это страсть к красной икре у меня с детства. Perfection. И когда откусываю бутерброд с красной икрой, жую, у меня нет сил в этот момент отрываться и что-то еще рассказывать. Мне просто так вкусно. Я уже передала родителям сумку с подарочками. Вот, получила от них тоже такую же сумку. Обожаю новогодние подарки, это всегда так приятно.
съела последний кусочек. У меня там еще полбанки осталось. Ну что ж, я еще раз всех поздравляю с этим новым наступающим годом. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Мы с вами увидимся уже в следующем году в моих новых видео. Спасибо, что вы на меня подписаны. Спасибо, что вы со мной. Вы мои лисята. Я вас очень-очень люблю. Будьте счастливы. Пока-пока.